Зал! Стоять. Яхшу. Смотри, какой улов привел. Зор. Молодец. Что здесь смешного? Хабир. Хабир. А сенки? Что ты в этом понимаешь? Ты даже не знаешь, кому их продавать. Да я за них получу большие деньги. И заработаю на них побольше, чем Аман. Стой, Хабир. Ты что себе позволяешь? Да ты без меня никто. Знай свое место, сопляк. Не терь! Прекратите. Кто вы? English, American. Англичане, американцы. Хорошо. Русские. Да кому они нужны? Русские плохо платят. Гусанин асырларын. Отрчает. Хабир, твои пленники, ты и разбирайся. Алектеп. Веди его. Я не сразу тебя убью, ты еще будешь просить меня об этом. Смотри, смотри, как твой друг умирает. Юр, прости меня. Это все из-за меня. Прости. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Посмотри. Какого черта? Ты теряешь хорошие деньги, Хабир. Эти ребята слишком дорогие, чтобы сбрасывать их со скалы. Ты врешь. Как хотите. Но они всемирно известные журналисты. Ты что, дурак? У улитки больше мозгов, чем у тебя. Откуда я мог знать? Теперь ты не получишь ни цента с этих пленников. Отведите их в мой сарай. А почему в твой? Ты труп, если ты врешь. Не надо меня пугать, Анвар. И так дико страшно. Быстрее. Тесс! Давай быстрее. Тесс! What did you tell them? Что вы им сказали? Я сказала, что ты журналист. Она известная телеведущая русско-американского канала.
Но мы не журналисты. Умение блефовать 80% от успеха. Эти бандиты держат только дорогих пленников. А вы кто? А извините, я не представилась. Я Саманта Виш. Вы хорошо говорите по-русски. Я американка, но у меня русские корни. Юрел, это Виктория. Вика. Очень приятно. Слишком высоко, не выбраться. Ты что делаешь? Что ты меня перед братьями позоришь? Опять Аман бьет Хабира. У самого мозгов нет, и меня дураком выставляешь? Даже близко к этим пленникам не подходи. Они мои. А вы здесь всех знаете? Четвертый день тут. А мы из одного плена в другой плен. Революции к порядку никогда не приводят. Если Маслам не скинул президента, такого бардака не было бы. Народ бедствует. Но работать разучился. Вот и бегают по горам с автоматами. Подождите, то есть здесь в стране война? Из какой планеты? НАТО уже год как скинули Маслама. Почти его взяли, но некий Мутабар помог ему сбежать. А вы что делаете в Шерифстане? Я искусствовед. Повстанцы Маслама разграбили национальный музей. Половину немусульманских произведений искусства уничтожили. И то, что осталось, Маслам вывез с собой. Я хочу найти его и договориться о покупке. А вас что сюда занесло? Я ищу сына. Его похитили. Сына? Мандеке! Идите сюда. Кулинас! Улыбайтесь. Не думаю, что он нам память фотографировал. Пошлют в американское посольство для требований денег, для выкупа. Подождите. А если они узнают, что мы не журналисты, тогда что будет? Без паники. Завтра нас погонят на работу. Охрана 2 человека. Одна я бы не справилась. А вместе можно. Хабир ошибся. Он не получит ни цента за пленников. Хабир неудачник. Брат называет его глупая овца. Не обращай внимания. Эти джентльмены любят стрелять по собакам, когда у них нет дешевых пленников. Чего ты не спишь? Хочется. Ты в порядке? Просто думаю о том, где сейчас мой сын, что он делает.
Вик. Не надо брать в голову то, что я тебе вчера сказал. Ну, конечно, я тебя люблю. Мы же друзья. Прости меня. Я тебя тоже очень люблю. А я, знаешь, бывает думаю, почему меня Володька к тебе всегда ревновал? Ты же Юрка. Ты просто Юрка. Мне всегда казалось это диким. Ну да. Просто Юрка. Хозяин Юрка! Бади! Бади! Ты узнал меня? Конечно, узнал. Только такой балбес, как ты, называет меня хозяином. Как ты нас нашел? Хозяин, с тобой все в порядке? Да в порядке, в порядке. Что случилось? Бади, ты сможешь ломать замок? Хозяин, я уже смотрел на него, он очень сложный для меня. Бади, есть там какой-нибудь булыжник? Дай мне камень. Помоги мне сломать кирпичную кладку. Я пришел забрать своих пленников. Тихо, они не твои, они Амана. Они мои. Беги. Джин! Держи. Держи! Собирайтесь. Быстрей! Линтов! Не трогай меня. Машину давай! Залезай. Куда мы идем? Залезай, сказал. Убери руки. Выходи. Get out! Вылезайте. Саляму алейкум. Здравствуй, тетя. Булар ким? Хабир. Кто эти люди, Хабир? Это мои пленники. Я Аман Кайда. А где Аман? Итер! Тетя, хватит о нем. Теперь это мои пленники. И все деньги тоже мои. Я больше не позволю ему унижать меня. Не говори так, Хабир. Я свяжусь с американцами. И как только я получу деньги... Пора. Деньги, деньги. Мир сходит с ума. Дом! Сядь! Хабир, Атур! Хабир, сядь. Фариде, Ашканде? Фариде, принеси бинт. Ай-яй-яй! А, да.
Я могу помочь, я врач. Доктор? Ты же сказала, она журналистка. В Америке почти каждый умеет оказывать первую помощь. Это нормально. Я могу помочь. У вас есть аптечка? Фариде! Фариде! Сгарна! Проводи на кухню. Иди за ней. Воды. Пожалуйста. Спасибо. Вода. Хабир. Хабир. Я Буким Зингенгаушар. А кто эта женщина? Рус-Америка телевидение синин журналист. Она журналистка с русско-американского телевидения. Пей! Пей! Не слушай эту свинью. Кто свинья? Не трогай ее! Хабир! Хабир! Вышла на стизе. Извини, тетя. Спасибо. Хабир. Хабир. Я не улыбала. А что она ведет? Не здесь. Не знаю я. Вот программ нас шухост. Какую передачу она ведет? She hosts Landfill. Она ведет программу «Полигон». Надо. Другая женщина ведет эту передачу. Of course, now another, конечно, before. Сейчас другая, но раньше. И раньше. We have dish since 2000. У нас тарелка висит с 2000-го. Ты в порядке? В порядке, Оль. Спасибо.
Вика, как ты? Я нормально. Он жив. Но ты его хорошо вырубил. Да я за хозяина всех порву. Бадя, не надо называть меня хозяином. Не надо. Его нужно пристрелить. Не надо. Нам нужно убежать. Здесь нет ключи. Здесь тоже нет. Они, наверное, в доме. Бежим отсюда. Автомат я забыла в машине. Приехал убить меня? Йох, Хабир. Нет, Хабир. Я приехал поговорить с тобой. Ты должен повиниться передо мной. Bloody hell. Вот это да. Нам нужны ключи. Не уедем отсюда никуда. Тем более бак пробит. Пойдем. Надо взять еды в дорогу. А старуха с девочкой? Мы не можем их оставить. Им нужна помощь. Это перевальный пункт для наркоторговцев или торговцев оружием. Старуха тут неспроста. И чем быстрее мы уберемся, тем лучше. Пустой, нам не нужен. Куда мы теперь? К амбару. Нам нужно в амбар. Мы здесь, а нам нужно сюда. Сутки пути, если повезет. Пошли. Я возьму.
Бать, что ты делаешь, ну? Хозяин ранен, ему нельзя тяжелое. Во-первых, не называй меня больше хозяином. Ну, правда, батя, тем более ты сам ранен. Я-то ладно, у меня все как на собаке. А на мне как на кошке. Сегодня нам до города не успеть. Почему? Мы должны были уже пройти горы. А где они? И что, нам придется заночевать в пустыне? Да. У кого-нибудь спички есть? У меня нет. У меня тоже. Нет, но Бади привык уже без огня. Но мы не привыкли. Я же говорил, что с этими женщинами одни проблемы. Ты бы лучше что-нибудь конструктивное придумал. Дамы, привал. Хозяин, зачем часы сломал? Они ж такие красивые были. Это дед солнце. Вечером у нас был огонь. Ну что, кто будет первым факелоносцем? Я! Юр, держи. Это дерево. Дерево. Вуд. Вуд. А, вуд. Это fire. Огонь. Огонь, fire. 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 Сейчас перекусим, а потом можно будет попробовать сделать чай. Да, чай кубы. Или не сделать. Воды почти нет. Можно сходить. Бади слышал воду. Было бы здорово. Бади ждет. Кого, меня? Да. Бади хочет поговорить. Пойдем со мной. Ладно, подожди, я иду. Мы скоро вернемся. Осторожней. Бади! Бади, не иди так быстро, я не успеваю за тобой! Бади! Ну что ты там хотел сказать? Сейчас дойдем до воды, скажу. Долго нам еще идти?
Столько, сколько понадобится хозяину Юрке. Что ты говоришь? Ничего. А мне кажется, здесь нет воды. Я ни разу не слышала ее шум. А кто ж тебе виноват, что у тебя слух, как у ослицы? Знаешь что? Стой, подожди! Подожди, пожалуйста! Стой! Пусти. Подожди, пожалуйста! Я это... извиниться перед тобой хотел. Странный ты какой-то. Ладно, пошли. Спасибо. За что? За то, что не дал Хабиру переломать мне руки-ноги. Ты мне жизнь спасла, а я тебе руки и ноги. Неравноценно. Окей, будешь должен. Дай. Дай. Отец говорил, что консервы в доме должен открывать мужчина. А твоя мама была счастливой женщиной? Она была красивой. Как я? Нет, вы не похожи. Это не слишком приятно. Надо было мне соврать. Это называется сделать комплимент. Хорошо, ты сильная, независимая, необычная. Вот это уже комплимент. Держи. Нет, это уже чистая правда. Здесь уже были. Полчаса назад. Ты меня водишь одной дорогой? Да? А я и не заметил. Ты издеваешься надо мной? Руки убери, женщина! Как же ты меня достал! Стой, подожди! Подожди, пожалуйста! Уйди от меня! Юр. Да. У тебя кровь. Иди сюда. Are you crazy? Вик. У тебя куртка горит. Вика, постой. Mm-hmm.
Чего ты не спишь? Не спится. Юр, я хотела бы извиниться перед тобой. Вик, все хорошо. Нет, я хочу с тобой поговорить. Вика, не о чем, да и незачем говорить. Сейчас самое главное, Антон. Он мне тоже не чужой человек. Просто ты тогда сказал... Все, что я тогда сказал, не имеет никакого значения. Да? Да. Все, давай, иди спать. Иди, иди спать. Хозяин, хозяин, прости меня, что вчера не дал тебе отдохнуть с твоей второй женщиной. С какой второй женщиной? Чего ты шепчешь? Говори громче. Не могу, хозяин. Первая твоя женщина обидчивая слишком, а ты потом меня ругать будешь. Не выдумывай. Я думаю, хозяин, вторая тебе больше подходит. Она сговорчивая, языки знает, а языки нам пригодятся. Бади, слушай, можно я сам как-нибудь разберусь? Не, хозяин без Бади не разберется. Хозяин очень умный, но очень добрый. А первая женщина этим пользуется. Бади. Чем я могу вам помочь? We need four of your very best suites. Мне нужно 4 самых лучших номера. Это будет стоить вам чуть больше $1000. Это очень дорого. Не мешай. Ну, пойдем отсюда. Садитесь пока, я про тебя болтаю. Сомневаюсь, мы в долг постояльцев не селим. I like you already. А вы мне уже нравитесь. Шейк, show them out. Шейк, покажи им выход. Wait a second, please. Погодите секундочку. Where we could talk in private. Мы могли бы поговорить наедине. Нет, я хочу с ним. Бади, все в порядке. Это ваш номер. Вот ваши апартаменты. Если что-то будет нужно, звоните. Спасибо. Спасибо большое. Саманта. Как тебе это удалось? Обещала ему место в одном из наших отелей. В ваших отелей? Wish. Wish Palace. Так ты... Да. Богатая наследница и завидная невеста. Thank you.
Бадя, тебе нужно срочно обработать рану. Нет. Почему? На нем все заживает, как на собаке. Послушай, ты не собака. Давайте спокойно поест. Тоже мне храбрец. Зеленки йода испугался. Я не трус. Не трус? Ну тогда докажи. Да пожалуйста, Маш, мне сколько хочешь своей зеленкой. Хорошо, договорились. Вечером зайду к тебе. Я позвонила посольству, мне сделают новые документы. Завтра я встречусь с консулом. А вы что будете делать? Не знаю, надо тоже звонить в посольство. Ни денег, ни документов нет. Угу. Я могу дать денег. Нет, спасибо, мы разберемся как-нибудь. Это не подарок. Вернешь с процентами. Так, а ты чего здесь разлегся? Не твое дело. Ты почему не вымылся? Не хочу вот этой дурацкой ванны. Ну, ванна дурацкая, согласна, но тебе нужно промыть раны. Вставай. Вставай, пойдем. Давай, давай. Ну иди. Заходи, раздевайся. Ты что, хочешь, я про тебя обнажался? Разденешься по пояс. Ну, представь, что я твоя мама. У меня нет мамы. А ты представь, что есть. Раздевайся. Не бойся. Я помню, Антошку тоже нужно все время было волоком тащить в ванну. Ой, вот что значит родиться в год тигра. Терпи. Будет щипать. Терпи. Терпи, терпи. Ты скучаешь по сыну, да? Прости, мой номер срочно понадобился какой-то мамаши с ребенком. Ты не против? Я тогда себе на диване поселю, а тебе на кровати. А, я подумала, почему бы не отметить наше чудесное спасение, а? То есть? Та-дам! Вино. Фрукты. Саманта. Ты можешь меня просто звать Сэм. Я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Я знаю, что ты сейчас скажешь. Неужели? Конечно, ты скажешь, что открывать вино дома должен только мужчина. И что ты любишь другую. И что ты... Саманта. Я переночую в Боди, а ты оставайся. Жаль. А как раз я хотела тебе сказать, как я попала в плен. И как на рынке увидела мальчика, он был русским, лет 10. Где это было? Не спеши. Давай сначала выпьем за наше освобождение. Одна. Давай. Саманта.
Пока. Пока. Я вижу, у тебя хорошее настроение. Рано лучше? Да, да, спасибо. Добрый день. Добрый день. Скажите, а где гости из номеров 301, 303? Мы вчера вместе заселялись. Они съехали. Как съехали? С утра расплатились за номера и вместе уехали. Нет, хозяин не мог меня здесь оставить. Успокойся, мы сейчас все выясним. Ну да, конечно. Зачем хозяину Бади? У него теперь красивая, богатая женщина. Ему не нужен больше проводник. Что? Не, ну так всегда. Бади никому не нужен. Привет. Привет. Юра! Ну вот. А то все хозяин и хозяин. Привет. А где ты был, где Саманта? Да, Вик, ты только не волнуйся. У меня есть новости об Антошке.